Сейчас мы продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и всей командой подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Порода у нас восточноевропейская овчарка, возраст 1,5 года. Кличка Султан. Хорошо, место. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Гулять. По команде гулять собака должна гулять. В это время мы будем подготавливаться к отработке команды ко мне. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные и остальные команды будете подключать по этапу. Хорошо, рядом. 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 Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первое. Дача лакомства, оглаживание командой хорошо. На первом этапе применяем три вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся. И будет просто достаточно давать голосовую оценку командой хорошо. Собачку поощряем. Подходим и хвалим собаку. Хорошо сидит. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Лежать. Хорошо лежал. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будем увидеть. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние черн-часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей, чтобы войти с собакой один на один контакт. Подходим и хвалим собаку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места, сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Молодец, пацан. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. После того, как провели занятия, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда гулять. Хорошо. Гулять. По команде гулять собака должна гулять. Ко мне. Хорошо, ко мне. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. То есть это мы вам продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 1,5 года. Кличка Султан. Давно мне не попадалось таких собак. Очень хороший послушный пес. Ну, на этом мы будем заканчивать свою дрессировку.